Приветствую всех! Турнир казахстанской премьер-лиги перешагнул свой экватор. 14-й тур стал зеркальным отображением предыдущего, 13-го. То есть гостевые команды теперь уже принимали соперников на своих полях. И, соответственно, наоборот. Что интересно, и результаты в большинстве своем тоже оказались зеркальными. Так, ЖТСУ и Шахтер, Кайсар и Окжетпес, Кызылжар и Кайрат, а также Тобол и Атырау обменялись победами и поделили очки поровну. Так бывает. И понятно, что это лучше, чем сыграть оба раза в ничью. 3 очка все-таки больше, чем 2. Особо хотелось бы выделить матч в Кызылорде, хотя там тоже череда случайностей, не более, но во время игры на стадионе погас свет, и несколько минут все ожидали возобновления футбольного действа. Рекламная арка спонсора чемпионата накануне игры тоже неожиданно сломалась, а новую смастерить не успели. Обидно вдвойне, ведь буквально несколько дней назад футбольный клуб «Кайсар» заключил договор о сотрудничестве именно с этой букмекерской конторой. А тут еще и проиграли терпящему финансовое бедствие и 4 поражения к ряду Укжетпесу. Вот такая бывает ерунда, а не праздник футбола. Футболисты Актобе, упустившие победу в домашнем матче 13-го тура против Мактарала, на этот раз в гостях переиграли южан со счетом 2-1 и по сумме двух встреч набрали 4 очка. И лишь тандем лидеров в лице Астаны и Ордабасы набрал 100% очков в играх с аутсайдерами чемпионата, Каспием и Аксу соответственно. Астана и Ордабасы уже практически застолбили за собой 2 первых места. Так что 4 клуба, а именно Актобе, Кызылжар, Кайрат и Тобол, ведут активную борьбу лишь за единственно возможную награду турнира – бронзовую. Матчи 15-го тура запланированы на 15 июля. А на этой неделе состоятся ответные полуфинальные игры Кубка страны. Ордабасы примет на своем поле Астану, а Атырау ждет в гости футболистов Тобола. На этом наш обзор тура завершен. Прошу активно подписываться на наш канал, ставить лайки и оставлять свои комментарии. Мы будем признательны и за ваши донаты, благодаря которым наша политика остается свободной. Успехов вам, и не только на футбольных полях.